Красному ринге Азамат Бахитов, Казахстан. Синему ринге Румес Ван Арашик, Шри-Ланка. Так, друзья, следующий поединок, и это весовая категория до 81 килограмма, Азамат Бахитов, супротив Руместа Вана Арашига, который представляет Шри-Ланку. Опять же, да, довольно экзотическая страна для бокса, для единоборств вообще в целом. И давайте поглядим, на что способен этот парень. Потому что на что способны ребята из Казахстана, мы все прекрасно знаем. Вот такое начало. Идет вперед на соперника. Румест. Вчера, кстати, Айджан, боец из Казахстана, очень уверенно перебоксировал нашего титулованного и мастеровитого Алексея Мазура. Так что ребята из Казахстана подъехали сюда очень приличные. Ну, я в принципе не помню неприличных представителей Казахстана в боксе. Всегда, уже на протяжении долгого времени, они показывают очень высокий уровень в олимпийском боксе и постоянно бьются за самые высокие места. Он попадает слева. Неплохо. Румест. Корявенько так, конечно, но какая разница, если удар дошел до цели. Ну, давайте посмотрим, чем ответит Азамат. Хорошо, здорово сейчас держит на передней руке соперника Азамат. Валится, очень валится Румест. Я думаю, что в скором времени Азамат подстроится под такие наскоки кавалерийские и уже будет проваливать. И да, нужно встречать правым снизу такие атаки. Можно даже с сайдстепом, это будет очень красиво и 100% зайдет. Опять же, учитывая, вот смотрите, тут буквально проход в ноги какой-то показывает Румест. Ну, мы видим, что парень не очень обученный, но с большим желанием. А это может быть проблемой. Потому что, да, еще и в разных стойках работают. И лезет головой вперед. Может быть столкновение нежелательное. Хорошо раскачивает, на ножках раздергивает. Неудобный, неудобный этот Румест Ван Арашиге. Вот вроде бы, да, нету школы, такой прям академичности, да, но при всем при этом, еще раз подчеркну, есть большое желание жить, большое желание боксировать. Вот-вот-вот начинает уже заводить удары снизу Азамат Бахитов. Хорошо, переднюю руку раздергивает. Да-да-да-да-да, вот так, вот все это будет там. Вот здесь, да, видим мы, что раздражен Азамат Бахитов. И, да, раунд закончен. Ринг Б. В красном углу ринга готовится продолжение боя Азамат Бахитов, Казахстан. А кто бы? Боксер 96-го года рождения. Боксом занимается 10 лет. На ринге провел 121 поединок, 97 боев одержал победу. Является победителем ряда международных турниров. Тренируется под руководством тренера Алмана и Курбаева. Баса, ты вас окулал, баса, ты вас. Итак, раунд под номером 2. Обменялись ударами.
Попал слева Румет. Здорово попадает справа Азамат. Хорошо работает с передней руки. Да, нужно больше, конечно, работать справа. Азамату это понятно. Соперник в левше. Причем мы видим, да, что, в принципе, защита не идеальная у Руместа в Анарашиге. Очень размашисто бьет. Минута до конца второго раунда. Два удара. Есть. Цель заводит четко Азамат Бахитов. Да, очень спокойно атакует представитель Казахстана. Валится, очень валится, тянется за соперником. Проваливается Русмет. Попал по туловищу, здорово. Еще раз туда, зашло, зашло. По печени попал Азамат. И так с надеждой посмотрел на судью Румест. Как будто, ну да, раунд закончился. Нет, 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 еще 25 секунд боксировать. Устал, конечно, Румест. Досыта накормил его ударами Азамат Бахитов. И вот теперь все. Безусловно, раунд остается за представителем Казахстана Азаматом Бахитовым. Я думаю, что здесь никаких сомнений нет абсолютно. Итак, мы продолжаем. Смотрим. По-прежнему лезет Румест на соперника, по-прежнему пытается навязать ему свой вот этот неудобный бой, где-то даже грязный поединок, очень опасно идет головой вперед Румест. Но задача Азамата в этом бою просто не получить глупую травму. Понятно, что он поединок забирает, да, это бокс, да, это жизнь, и тут произойти может абсолютно всякое, но если мы говорим объективно, то, конечно... отлично. Правый стул. И вот здесь попал. Смотрите, Румест еще раз и слева достает. Да, вот так. Румест 2 на расшибе. Вот опять же, класс Азамата, безусловно, выше. Но Румест тоже еще жив, да? Тоже он продолжает оказывать сопротивление. Правый на скачке.
Павлову сбоку. Ой-ой-ой, еще раз. Ну, тут видно просто уже Азамат Бахитов вознамерился оторвать сопернику голову, судя по тому, как он работает, и совершенно забыл про защиту. А абсолютно напрасно. Румест размашист. Берет колено. Нокдаун. Ну, устал, конечно, Румест. И очевидно, что не в самой он грандиозной форме своей находится. И сказали нам, что он занимается боксом сколько там, 7 лет. Ну, вот интересно, где он это делал и на каких соревнованиях выступал, с кем боксировал. Опять же, при всем уважении, парень с характером. Тут, я думаю, что вот к этому вопросов нет никаких. И сражается он с соперником, который явно выше уровня. И здорово попадает сейчас Азамат опять. Но там, кстати, и правый сбоку довел до цели Румест. Бал снимают с Руместа за опасное движение головой вперед, но он по-другому уже не может. Просто не в состоянии. Вот поэтому я говорю, что Азамату Бахитову нужно быть осторожным здесь, чтобы не получить глупое рассечение, чтобы не попасть, не знаю, там, в лоб сопернику как-то не так и не травмировать руки. Потому что, к сожалению, подобное случается порой. И потом очень обидно, когда ты бой забираешь, но вот с этой травмой ты не в состоянии идти дальше. Ну, с характером Румест. Бой закончен. Безусловно, его выигрывает, даже без учета нокдауна и снятого балла, Азамат Бахитов. Да, Азамат Бахитов побеждает единогласным решением судей. Здесь никаких абсолютно претензий и вариантов. Очень уверенно, мощно, самое главное, без травм, сохранял достаточное количество сил для дальнейшей борьбы.